Первым посетителем на 11-м избирательном участке Ленинского округа в день выборов стал врач-акушер-гинеколог Александр Яновский. Вот я с дежурства пришел, долг свой исполнили гражданские, проголосовали, отделение дружно пошло. На этом участке, который расположился в помещении первой школы, зарегистрирован 2281 избиратель. Досрочно здесь проголосовало 488 человек. В день самих выборов члены комиссии ожидают высокую активность бобручан. Очень доброжелательно граждане приходят на участок, достаточно принципиально изучают данные о кандидатах в депутаты, то есть так демонстрируют осознанность выбора своего. Процесс голосования на этом участке контролируют не только члены комиссии. Здесь присутствуют общественные и международные наблюдатели. Среди них Размик Хумарян, представитель исполнительного комитета СНГ. За время предвыборной кампании он объездил города и весь Беларуси. И тем, как проходит избирательный процесс, вполне доволен. Я не первый раз являюсь наблюдателем на выборах Республики Беларусь. И с каждым разом удивляет степень высокой организованности выборах, не только президентских и парламентских, на всех уровнях. И в больших городах, в маленьких деревнях. Кроме того, среди смотрителей есть и представители политических партий. К слову, стать наблюдателем на белорусских парламентских выборах очень просто. Согласно закону, любой гражданин Беларуси, которому уже есть 18 лет, имеет право участвовать в контроле за выборами. Наблюдать можно в любой точке страны, вне зависимости от места регистрации. Это моя четвертая кампания парламентская. Я считаю, что вот на сей час это самые лучшие выборы, которые я видела, в плане того, что мало очень жалоб, мало непониманий, мало каких-то замечаний. Людмила Любимцева, Максим Галенко, Бобруйск, 360.